В чем суть свободы? Ну, мы тотально не свободны. Социальная психология доказала, что мы постоянно находимся под воздействием внешних обстоятельств, которые заставляют нас вести себя определенным образом. Нам кажется, что мы действуем по своему разумению, но изменись обстоятельства, мы будем действовать по-другому. Нейрофизиология доказала, что мы не свободны с точки зрения принимаемых решений, потому что решения, которые определяют зачастую нашу жизнь, принимаются нами не рационально, а на подсознательном уровне. Какая же свобода остается человеку? Ну, есть дискуссии у философов. Они предполагают, что у нас есть небольшой зазор в принятии решений. И когда уже мы как-то настроились на что-то, вот мы можем в этот момент сказать: так, секундочку, включить разум и, так сказать, все-таки выступить по свободной воле. Но я думаю, что это тоже такая игра и иллюзия. Действительно, наша свобода – это свобода от страха. Как только мы побеждаем свои страхи, самые разные. Страх показаться глупым, там, сморозить что-то, страх довериться другому человеку, страх не реализовать какие-то проекты, которые кажутся нам важными. Как только мы побеждаем свои страхи, мы обретаем свободу. Это не свобода-свобода, но это та свобода, которую мы можем отвоевать у этого предельно несвободного мира.